Всем привет! Всем привет! О, продолжаем. Что за мода? Сейчас мод на эмоции добавил. Он идет через дополнение Quick Bar. Как бы ссылку на Quick Bar я закину. Что рассказать по квикбару? Он добавляет вот такую маленькую панельку за место манипулятора материи. Иконки манипулятора материи. Целый комплекс иконок. Тут можно с манипулятором пообщаться. Там все осмотреть. Ну, как космос. У нас не изучено. Ну, кстати говоря, звездная карта лагает. Техническая панель. Можно переключить. По-моему, несколько читерная вещь. Ну, такое. Мех-ассембли. Можно переработать меха. Делать. И самое важное, танец. Для некоторых функций, как я понял, требуется состояние админа. Как бы не админ, ой, как с правами админа. Активированными. Поэтому некоторые вещи могут не работать на серверах, но в одиночке шикарная штука. Переходим к следующему моду. Эмоции, танцы. Вот, например, нон. Включаем эмоции. Счастливый танцует. Потом спящем состоянии. Перс угорает. Линк. Я вот так и не пойму, что он танцует. Это что, обязательно что ли? Комфорт сад. Ой. Drink natural. А, понял. То есть назначаются два состояния. Так, давайте-ка мы ему drink и link поставим. Drink и... Верих, сюрприз. Да, у меня не особо получается озвучивать это все. Выглядит тупо это. Двигал данс.
общем, такой прикольный социальный мод. Ты можешь так общаться посредством таких эмоций с друзьями, тусоваться. Учитывая то, что есть возможность играть на инструментах. Видели. Котяра очень так стильно боком скрылась под кроватью. Весело. Ладно. В общем, мод я смотрел, тут особо ничего нет, как бы, да. Призник, козай. Чё это? Титаник. Прайс. Вот. Так. Двинемся. Своеобразно, знаете ли. Это всем спасибо. Всем пока.